Обзор фильма за 60 секунд. Бесславные, незаконно рожденные потомки благородных родителей. Этот фильм – отличное руководство по обращению с нацистами от самого Квентина Тарантино. Шикарный фильм с отличным актерским составом, проработанными персонажами и сюжетом. Несколько историй постепенно переплетаются в один единый сюжет, и начальная «Аравуар» Шошанна превращается в «Бонжур, Адольф». Surprise, motherfucker. Однозначно нам демонстрируют самый зажигательный кинопоказ в истории. Диалоги, конечно, похуже «Глухаря» и «Карпова». Серега, это колбаса. Колбаса – это счастье. Ты что, дурак, что ли? Но тоже сойдет. Оценка 8 полковников Ланда из 10. Это не муви, подписывайся.